Всем привет! Расскажу про итоги нынешнего сезона. Мед мы весь уже распродали. В этом году достаточно быстро с этим управились. Осталось буквально несколько рамок с сотами. Ну, свечи, еще разные сопутствующие товары, которые я делаю под заказ. Можете посмотреть в магазине в нашем. Если кого заинтересует, заказывайте. Гречиху мы убрали. Тоже уже, ну, показывали видео про уборку. Убрали, сдали. И рассчитались с долгами, которые у друзей и родственников занимали, и за технику, за трактор и за пресс. Одалживала нам зрительница в прошлом году сумму на приобретение машины, тоже мы рассчитались. В общем, именно друзьям, родственникам сумма, которую мы занимали на приобретение различной техники, мы рассчитались полностью. Осталось у нас кредитки и кредиты. Мы решили все-таки не торопиться. Сейчас у нас в планах погасить в первую очередь кредитки. Это за счет мяса. И набрать сумму минимального платежа ежемесячного на погашение именно кредита до следующего сезона. Не будем стараться максимально рассчитаться. В планах у нас делать тушенку. Что-то будем, у нас есть пила, есть вакуумная машина, что-то вакууматор. Что-то будем именно мясом резать и вакуумировать, стараться так продавать. Поэтому предстоит сезон переработки мяса. Мне писали, что зачем вы отчитываетесь, делайте как считаете нужным. Я рассказываю какие-то наши моменты жизненные, где-то трудные ситуации, где-то просто вот текущие дела. Может быть, для того, чтобы кого-то смотивировать на переезд на землю, а кого-то, может быть, это остановит от ошибки. Потому что, насмотревшись красивых каких-то картинок, роликов про жизнь на земле, люди думают, что так все легко и просто, и там бросают все, переезжают, а на самом деле не вывозят, вот, особенно первые годы становления, а обратно уже вернуться тоже уже получается сложно, так как все продали, вложили и, допустим, не получилось. Поэтому я думаю, мы кому-то будем полезны. На нашем примере интересно отслеживать, чего мы добиваемся год от года. Есть видео, я оставлю, наверное, в описании под видео, с чего мы начинали, мы подробно рассказывали. То есть мы начинали с нуля, мы переехали вообще без каких-либо накоплений. Прошло 10 лет, каждый год мы делали максимально, что от нас зависело, ни о чем не жалеем, чем занимались. На каждый период то, чем мы занимались, это было актуально на тот момент. Каждый год что-то отходит на задний план, какой-то вид деятельности становится более актуальным. Поэтому оставайтесь с нами. Есть как в жизни, и в деревне, и в городе, в любой деятельности свои взлеты, падения, особенно когда это становление. Я надеюсь, у нас будет дальше только все лучше. На данный момент мы выставили на продажу коней, коров и овец, но мы не торопимся продать все, лишь бы продать. Овец мы закупали из разных мест, очень хорошая кровь у них, матки романовские, катунский баран чистокровный, уже от них пошли хорошие ягнята, которые больше крови взяли от папы, очень похожи они по характеристикам на катунскую породу. Они линяют, поэтому, если кому-то интересно, обращайтесь. Выставили коней, для себя оставим пару штук, на которых мы ездим, и пони тоже оставим. Коров оставим на молоко. Остальных тоже выставили на продажу. Но, опять же, за бесценок продавать мы не будем. Если найдется покупатель, который готов отдать ту сумму, которую мы выставили,
Да, хорошо. Если нет, то либо постепенно кого можно будем перерабатывать на мясо, либо они останутся до следующего сезона. Еще раз поясню, что продаем мы не потому, что там пролетели мы с гречихой и крах всему хозяйству, и вот срочно-срочно надо рассчитываться. Да, конечно, нам нужна определенная сумма для погашения ежемесячного кредита, но если бы даже цена на гречиху осталась прежней, все равно часть хозяйства мы бы сокращали. Потому что у нас идет смена деятельности. Очень сложно уже следить за всем и сразу. И оставляем то, что более рентабельно. Это гречиха, это пчелы. Ну и вот немного в любом случае останется, потому что нам надо для семьи молоко, нам все равно нужно мясо, чисто хотя бы для себя, и плюс еще, чтобы было, если вдруг необходимо, вот прям срочно какая-то денежка можно было за кого-то отдать. И, ну вот так. В общем, оставим то, зачем будем успевать смотреть. Ссылки на объявления на Авито я оставлю. Если кому-то интересно, переходите по ссылочкам. Вот барашек. Так, это родители овечка. У них три штуки тут. А куда-то черная их. И еще где-то мамка рогатая их. Так, есть овечки с ягнятами, по два ягненка, по-моему. Можно 1000 за 20 вместе с ягнятами. А вот родительская рогатая. Так, есть барашки, по-моему, должны быть катумские маленькие. Ну и наших овечек, не знаю, штук 20 точно должно быть. Вот это вот старенькая, она ручная. Вот баран. Это вот сукотная уже катумская, она линяла. Но они, в принципе, все уже пузатенькие ходят.